Привет! Сегодня мы приготовим печень с изюмом. Чтобы вкус печени стал более нежным, замочите ее на 30 минут в молоке и просушите перед тем, как готовить. Печень помойте, промокните бумажным полотенцем и нарежьте пластами, а затем длинными полосками. Обваляйте в муке с солью и перцем, положите печень в сухое сито и немного потрясите его, чтобы удалить избыток муки. В маленький сотейник положите томатную пасту с чесноком и лавровым листом, влейте бульон. Прокипятите на очень слабом огне 5 минут. Добавьте в соус изюм и оставьте кипеть. В это время разогрейте в сковороде масло и обжарьте печень на достаточно сильном огне 3-4 минуты. Следите, чтобы она не пережарилась. Влейте уксус. Полейте печень соусом, перемешайте и сразу же подавайте. Особенно хороша такая печень будет с рисом. Желаю вам приятного аппетита!